У тебя какие-то непонятные рассуждения. Ну отпусти ее. Никто не врывается. Просто мы, чтобы понимали, что у тебя доброе намерение, отпусти девочку. Сергей, Юлю отпусти. Юлю отпусти, и я тебе гарантирую, никто в течение часа близко к дверям не подойдет. Сергей. 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 Ну час прошел. Сергей, ну ты, слушай, ну час прошел, ты сейчас пять, потом еще скажешь. Вот смотри, ты пока ничего не сделал. То есть тебе по большому счету бояться нечего. Сергей, послушайте меня. Моя фамилия Первухин. Я министр внутренних дел. Я был вынужден сюда приехать. Я понимаю, что тебе нужно 20 минут, 30 минут. Но вот сейчас и собралось, во-первых, жильцов куча, мы не можем люди отдыхать. Всем нужно по 20-30 минут. У меня стоит здесь прокуратура. Послушай, и у всех есть свои дела. И мы говорим, Сергей нормальный парень. Мы обещали ему не причинять зла. Он, подожди, да я договорю. Он обещал 5 минут, 10, теперь ты хочешь 20 минут. Час. Пообещали тебе час. Мы же не можем вещи здесь стоять, Тарас. Во-вторых, вот я тебе еще, вот я тебе, генерал полиции, обещаю тебе, что вот вы сейчас спокойно, оба, выходите, и у меня в кабинете разговаривайте о своих семейных проблемах до утра. Вот честное слово. Ну, пока здесь я вижу какое-то хулиганство простое. Да ладно, блядь, заложников. Ты же отпустил требования, не высказывал. Что, просил вертолет или деньги какие-то. Успокойся. Значит, может, что на 15 суток передачу принесет. Давай, дружище, выходи. Слышишь? Серега, ты не глупи, ну все уже. Ты вот завтра будешь... Блин, сломай нахуй. Тише, да слышь. Тише, разошли сами. Выходи, выходи! Выходи на улицу! Вот, застрелился! Вот это умная, она сейчас не будет.